Вот это время Гадающие. идет. Гадающий, а. Меня святой звать будем знакомы. Сейчас такие опасные времена. Поэтому я бы тебе предложил бы небольшую работенку. Сказать, узнать там, пообщаться с теми, так все по чуть-чуть. Желательно знакомиться с новыми сталкерами и разбираться, что это за типы. Кто они, что они и так далее. То есть с ними можно общаться, не можно сообщаться. Может быть, тебе даже какого-нибудь напарника в группу найдешь и сможешь нормально ходить по зоне и с мутантами воевать, и хабар нормально искать. Блять, куда я положил? А. Короче, держи, так сказать, подогреть интерес к работе. Да, святой, блин, я же не работаю, успеется. Деньги есть у меня пока. Бери, ну продашь, что, попользуйся. В любом случае, ты лучше, чем твоя попятка. Продавать точно не буду. Ну вот, попользуйся, значит. Благодарю, благодарю. Так сказать, поможешь там, будет тебе и больше, может быть, даже банально, либо деньгами, либо еще чем-то. Фух, все, ладно. О, кстати, если ты случайно как-нибудь удосужишься пообщаться со свободовцами, там тоже маякни, что они там себе представляют, потому что походу старые распались, разбежались и сейчас новые пришли. Ну и чтобы это сказать, ты понял, к чему я веду, чтобы ты понял для себя тоже выгоду, прошлые свободовцы были не против того, что братва гопает сталкеров. Так что, я думаю, это тоже будет как-то выгодно узнать, разобраться, что не себе представляю. Ну, значит, теперь старайся там где-нибудь просто уши пригревать вовремя и все. Ну ладно, вроде бы, думаю, все, так сказать, все точки над «и» поставили. Мы туда потихонечку по своим делам пойдем. Да, все, благодарю. Давайте, удачи. Все, да, бывает. Потопали. Давай, давай. Сейчас, погоди. Hi, Что, сталкера? А вы из свободы, ребят? Ну, конечно. Да. Говорят, вы артефакты берете? Угу. Дороже, чем... Потише бы сказано, борода, да, ну получается? Ну да. И ближе, чем к науке. Ну у меня одна штука есть. Ну это на базу надо. Ну у вас как сейчас, дела, не дела? Да, да нет, не дела, нормально. Можешь с человеком пройтись, потом, если хочешь. Что у вас, я слышал еще... Да и бежим, бежим, ты че? Изменения какие-то, как неделю. Какие-то нововведения у вас там... Лидерство меняется, что-то типа того. А откуда такая инфа? Ну, есть свои люди. Угу. Свои люди, это интересно. Только откуда они могут это знать? Другой вопрос. Да, у нас все по-старому, все потихонечку. Ну, а с бандитами? Ну, с бандитами все как и было. Мы их стреляем, они нас стреляют. Ну, просто это. Слухов-то много ходит. Сталкер, который бороды, слушай, а ты случайно оружие не ронял? Да, я сейчас смотрю, я хуеваю немного дробаш. Держи, держи. Оно прямо там у входа валялось. Блять, чел, ты это. Ангел-хранитель. Давай тебе это. Мне все равно валяется, пойдем, я тебе дам кое-что, вам понадобится для борьбы с бандитами. Вот. Пошли, пошли, мне вам все равно. Не, ребят. Пошли, 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 не. Ну такой ну, косяк, как блядь. Ебать, ствол выбросил. Ты прикалываешься, что ли? Да ну, ты что, издеваешься? Ты что, серьезно, друг? Оно ж тебе нужнее, да ну. Да я не умею себя бахнуть еще, давай, бери. И я еще найду, думаю. Нифига себе. Блин, ну ты если что, подваливай к нам на базу. Мы там себя если что, чем-то пригреем. Да, да, да. Успеется, вы сейчас, я смотрю, работать начали. Активно, так что.
Да. Разобрались с проблемами, скажем так, внутренними и внешними некоторыми. И, в принципе, проснулись. Значит, активизировались. Ну смотри, если работа будет, с удовольствием, как говорится. Такая несмертельная прям. Желательно, конечно. Да, работа всегда есть, в принципе. Пока могу тебе предложить два варианта, два в одном, скажем так. Ну идем сейчас. В общем, и в целом, если быть вкратце, то короче. Понятное дело, нужны артефакты. И желательно побольше. То есть, неважно какие, берем все. Главное, чтобы просто нам всего они были. Ну и другим сталкерам, если будут потом тоже такую весточку дать, то что мы с большим удовольствием их собираем. Скажем так, нужны они нам. А еще второе, это ищем одного сталкера. Позывной у него тигр. Айдишника его не знаю. Но человек нам нужен этот позарез. Будет какая-либо информация о нем, что-либо узнаешь, можешь либо прийти на базу, кому-то из моих сказать, либо могу тебе сейчас свои цифры сказать, чтобы ты мне написал в случае чего. Не знаю, но если можешь, цифры давай. 196.043. Потому что мы пока сейчас пытаемся устаканить, скажем так, ценовую политику. Ты если вдруг знаешь вообще, сколько какой стоит артефакт у Бороды, за эту информацию я, понятное дело, тебя пригрею, благодарю денежкой. Ну, это видишь, мне надо ему предоставить его, чтобы он Ну проговорился. да. Я вот как бы собираю информацию, как сколько какой каждый. А кличут-то тебя как? Евреем лечат меня. Принял. Перед тобой, скажем так, атаман всей этой свободной людской доли. Все, понял. Ну, я гадающий. А, да, еще. На чем я не против пошучу. Шути, конечно. А, на чем гадаешь? На гуще или на картах? Слышь, Здрасте, Тулкер. здрасте. Блять, ёбаный ты, Алёша! Понятно. Мы вот и А, свиделись, сука! 4, сука, месяца я тебя, блядь, найти не могу. Типа того, да. Можешь быть моим информатором в свободе. Я, блядь, своих не продам. Да нет, просто информацию, люди спрашивают, что у вас происходит. У нас все заебись происходит. Такая информация тебя устроит? Ну, чуть поподробнее, конечно. Желательно. Ну, блядь. После того, когда ты скажешь, кто интересуется такой информацией. Одиночки. А хули им надо? Нахуй пусть идут. Вы активизировались, я вот сегодня артефакт вам отдал. Ну и чё? С лидером вашим, я так понимаю, разговаривал, егерем. Евреем. Евреем, бля. Да, Ну, евреем, да. да, еврей. Так, а до этого от вас 4 месяца слышно не было. Не видно, не слышно, не гадно. Я уже не искал тебя, потому что думал, вы там все поотдыхали. А. Не, нихуя, видишь, блядь, там все попросыпались нахуй. Что, если Ебать, да задания рассказывай. будут, кстати, тоже давай. Я с удовольствием поработаю на свободу. С каких-то пор ты с удовольствием поработаешь на свободу? Мы же, блядь, ебанутые. Ну, с тех пор, как узнал, что сегодня, что вы артефакты принимаете. Вот, и одиночку не трогайте все-таки. А так, посмотрим на ваше поведение. Ну, я готов работать на Да. всех, кроме бандитов и наемников, так что... Бля, мне уже сказали, а я сталкеров не трогай. Я расстроен. О, это уже информация хорошая. Деньги давай, чурка. Ну я просто туда даже не хочу. Я вот здесь. Я как плешивый пес на полу, блядь, все нормально. Я все знаю, Слав, Ты расслабься. портишь имидж свободы.
Паш, ты... Я, блядь, абсолютно нахуй свободен. Я сплю, где хочу. Знаешь, как хорошо быть киской, хорошо собакой. Где хочу, посикаю, где хочу, покакаю. Бля, где хочу, там посплю. Все. Я посплю 5... Да, 10 минут.